Norton, open the cage. No. What? If you want to die here, now's your chance. I'm taking control of this mission again. Hey, where you going? Saving Ellie. Norton! 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 Всем привет, дорогие друзья, любимые подписчики, с вами снова Гидеон, и мы продолжаем проходить брутальный Dead Space 3. Итак, дорогие друзья, в последней части мы остановились на том, что забрали ключик, и наконец-то мы сможем пробраться в арсенал и достать там, видимо, какие-то классные прибамбасы. И попутно также мы узнаем историю, вторую нашу, не нашу, конечно, а вот этих ребят, которые здесь остались. О том, как они готовились умирать. Потому что директива была беспощадной. Просто беспощадной. Вот урод, а. Вот говнюк, а. Ну вылезешь ты оттуда уже или нет? Или мне тебе выкуривать? В голову получил стрелой. Просто отличный подствольничек у меня. Просто шикарный. Смотрит такой из-за ящичка. И получает башку в свою тупую. Некровскую. Ой-ой-ой-ой-ой! Стоять, мразь! Вот так. Куда ты взялся, а? Это полиция Тау Валантис. Стоять! Так, ага, еще один взлом. Ну, давайте. Надеюсь, это будет не сложненький взлом. Че, еще, по-моему, ни разу на таких взломах не фейлился. Даже на самом первом. Так. И последний. О, быстренько, как мы обычно. У меня намного хуже получается. Под конец уже последнюю нахожу контактик. Так, ну, я слышу, сзади опять кто-то лезет. Или откуда кто лезет? Так, мы что, назад вернулись? Не понял. Не понял. Или... А, наверное, нам нужно немного назад вернуться. Нет, не сюда, точно не сюда. Назад вернуться, и, по-моему, там была еще одна дверь. Да, мы открыли одну дверь, а теперь... Да что же вы издеваетесь надо мной? Опять у вас сбой энергосистемы. Сбой энергосистемы, который означает, что мне надо отбиваться. Куда ты лезешь, кислотная рожа? Давай, перезаряжаемся. Ух ты, гад! Да откуда вас столько, уроды? Ох, ё-моё! Ё-моё! Сдохни! Бежать, использовать аптечку, бежать. На тебе, мразь! На тебе, в очко прям! Фух, всех перебили. Слушайте, многовато их что-то сегодня было, особенно... Ты живой, да? Ты живой! Свинья клятая. Не, ну вы видите, да? Притворяются мертвыми. Как с ними играть вообще? Как с ними играть? Как с ними работать-то? Никакого диалога не получается. Подошли, напали, зажали в углу. Говорят, семки есть, а если найду? Но не нашли. Видимо, сюда нам. Потому что наконец-то открылась эта дверка. А то все сбой энергосистемы. Подождите, пока монстры вас скушают. Ну-ну, слышали мы такое уже не раз. А, вот нам сюда и нужно. Где-то здесь был станок, да? Не ошибаюсь. Мне нужен станок, слушайте. Я не могу подойти к станку, да? Конечно, сбой энергосистемы. Идите в задницу. Станок вам не дадут. Ни за что и никогда. Привет, два друга. Как дела? О, плохи у вас дела, я вам руки отрубил. Очень плохо у вас дела, ребят. Ну ничего, если у кого-то дела плохо, то у кого-то они все-таки хорошо, правда ведь? Закон жизни. Так что тут либо вы, либо мы. Другого не получится. Еще один лифт. У вас мания лифтов каких-то. Сколько можно этих лифтов тут строить? Кстати, я, по-моему, в игре лестниц здесь, ну, очень мало.
Ну, очень мало лестниц. И только если какие-нибудь куда-нибудь забраться на какую-нибудь маленькую построечку или что-то наподобие этого, лестниц практически в игре нет вообще. Забавно, забавно это. Ленивые люди будущего не пользуются лестницами. Так, 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 так. Сначала вы разберетесь со своими уродами, друзьями. Эй! В спину не бить, я сказал. Не бить мне в спину. Ай-яй-яй, перезарядка, перезарядка. Перезарядка долгая. Ух, я промазал. Стой, 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 стой. Стойте, урод. Опять я промазал? Что ж такое? О, зато теперь двоих сразу. Нет, не двоих. Блин, они как вылезают, сразу же дают мне по роже. Мне это не нравится. Опять патроны закончились. Самый неподходящий момент. О, да вы не заканчиваете, слушайте. Вы просто настырные маленькие твари, которые мне достаждают всю игру. Ну, не всю, ладно. Все, я, конечно, переборщил, но большую часть они мне, конечно, досаждают. Так, какое-то у нас тут хранилище. Подождите, все, что ли? Все, что ли? Мы добрались до конца? Это конец такой? Такая вот у нас концовочка. Ну, наверное, хранилище открыть. У-у-у, коробки запчастей. А у нас инвентарь полон. Прекрасно. Но задание выполнено, как вы видите, на экранах. Наших с вами экранах. Все, использовали мы... Так, давайте стазис этот выкинем нафиг. И давайте собирать коробку запчастей. Кислотная ванна. А, это дополнитель. Большая аптечка. Да вы поглядите. Большая аптечка, это хорошо. Так, стазис мы этот выкинем. Найдем другой. Не, не нужна мне стазис. Набор инструментов взяли. Стазис поддержка. Ну, ну что мне еще выкинуть? Я выкину еще один стазис. Все равно я ими не пользуюсь. Так, и возьмем стазис поддержку. Вольфрам! 26 вольфрама, вы поглядите. Шикарно, шикарно. Ну все. Больше у нас ничего нету. Почему мы не можем носить больше ресурсы вообще всего? Ладно, прошли дополнительную миссию, получили какие-то... ну, в общем, теперь вы поняли, да, как мы назад отправимся? Все очень просто. Мы всего лишь сядем в этот веселый поезд, который дает нам возможность путешествовать под землей. Наконец-то нам откроется, я думаю, станция, хоть какая-то. А может, даже и несколько. Кто знает? Ага. Ага. База снабжения закрыта. Почему я не могу туда вернуться? Пункт назначения заблокирован. Какого ляда? Оружейная данная точка. Я не могу туда. Я вообще никуда не могу. Блин. Ну что вы такие злые, а? Я думал, сейчас вернусь. Вы уже на месте. О, супер. Спасибо вам. Отличный поезд. Обожаю вас. Так, ладно. Тогда я должен где-то здесь выход найти. Быстрый причем выход. Так, по-моему, я прибыл на этом лифте. Да, и там были два парня. И выход, наверное, будет как раз где-то здесь. Наверное, вот как раз и здесь. Да? Лифт, лифт. Как мы любим лифты. Из лифтов никуда. Но, надеюсь, этот ведет нас наверх. Мы собрали зонт. Сохранение у нас отлично. Собрали зонт, да, это выход. И теперь идем назад с помощью этого зонта что-то делать. Кстати, этот зонт почему-то у нас как в ячейку оружия помещался. То есть, в общем-то, кое-что уже необычное. Будем с ним как с оружием бегать. О, это ритуальное место наше, любимое. Наконец-то мы дошли до мастерской, до станка. О, вот здесь у нас забирается в станочек. Прямо у нас на глазах. Все, все, наконец-то все отгрузим. Двух ботов разгрузили. Сейчас еще коробки две разгрузим с инструментами. Отлично, отлично.
Еще. Посмотрите, сколько всякие вариаторы, прицелы, какие-то силовой резак. Вот он, силовой резак. Классика. Заряженная плазма, пропущенная через поверхностный дифрактор. Так, подствольник и гранатомет, а вверху плазма. Круто. Я хочу сделать, да? Силовой пистолет у нас еще есть. Ну, урон, я скажу, слабый, конечно. Так, миллионер мы можем сделать. Посмотрите, сколько всего мы можем сделать. Это просто отлично. Так, дробовик. Ну все, больше черная дыра. Вот это жесть. Да, но на черную дыру нам еще копить и копить. Как раком до Китая, как говорят. Бола стрел. Спаренная установка для стрельбы шарами бола. Оружие предлагает множество вариантов тактических решений. Нет. Силовой резак, да, все-таки, наверное, сделаю силовой резак, потому что импульсная винтовка имеет меньший урон по сравнению с силовым резаком, а силовой пистолет вообще никуда не годится. Давайте сделаем силовой резак, собрать это оружие. Ух, мощь и сила, хорошо. Выбрать расположение, отлично. Может, стоит взять его вместо дробовика? Не знаю. Хотя гранатомет нам весьма тоже очень нужен будет. Так, давайте его подмодифицируем немножечко. Поставим сюда. А вверху у нас какое оружие? Вверху у нас медленное, да? Вверху медленное. Да и внизу тоже, в общем-то, медленное, я вам скажу. Перезарядка. Темп стрельбы. Урон. Давайте урон впаяем туда. Безусловно. Темп стрельбы, урон тоже сделаем. И сюда мы, наверное, сделаем еще темп стрельбы, увеличим. Минус обойма, минус перезарядка. Пусть будет минус перезарядка. Минус на минус у нас, как говорится, дает плюс. Так, модификатор нижнего блока. Давайте мы разблокировать, что ли, может быть. Ну ладно, пока не будем. Так, урон добавили. Темп стрельбы, минус обойма. О, вот это добавим. Отлично. Все, пока побегаем так, посмотрим, что у нас. А, мы можем сюда дробовик еще улучшить. Просто урон можем добавить. Темп стрельбы, обойма, перезарядка. Давайте просто урон сделаем и все. Достаточно нам и обычного урона. Посмотрим, как она у нас стреляет тут. Ух! Это что, вот так зарядили мы? Воу! Слушайте, ну классно вообще. Только единственное, что долго. Действительно долго. Так, а нижнее оружие как? Видали? Подошли к вам кто-то. В землю бабах. Ух ты. Воу. Давай, подходи ко мне. Да! Ха-ха, вот это клево. Так, двоечку дробовичок взяли. Отлично. Конечно, неплохое оружие, я вам скажу. Довольно интересное. Кстати, смотрите, там урод у нас копошится. Ну давай, вылезай. Не стесняйся. Все тебя уже заждались здесь. Все, кончились? Вроде кончились. Да, неплохая пушечка, конечно. Мне понравилось. Но единственное, что, конечно, с перезарядкой у нас проблема. Слишком долгая, конечно, перезарядка. Это нехорошо. Ну-ка, как оно у нас выглядит издалека? Сейчас посмотрим. Как оно у нас? Ну, такое красненькое. Что там опять? Получил. Перезаряжаемся. Ух ты, смотрите-ка, он целится в нас. Вот урод. Ноги отстрелили. Единственное, что, конечно, не очень хорошо, то, что у нас оружие второе все-таки для ближнего боя. Да, в общем, ну урон-то, конечно, я его...
Да ну стреляй же уже. Вот так. Не, ребят. Что-то мне не очень, конечно, это нравится. Блин, долбаная голова достала меня уже. Давай, башка. Все. Кончилось. Кончилось наконец-то. Ой, да вы издеваетесь. Опять что ли? Как мне эти головы надоели. Простая какая-нибудь винтовка, наверное, нужна для этого. Опять она куда-то лезет, а? Все, сдохни. Не, надо от этой винтовки все-таки избавляться. Не очень она хорошая. Посмотрите, как долго я разбирался с этим. Нужно что-нибудь стреляющее. Нужно все-таки что-нибудь стреляющее. Не всегда самое мощное оружие самое лучшее. Порой оно просто медленное и бесполезное. Hey guys, I'm back. Oh, thank God. Did you find all the synthol parts? Yep. I'll use the bench down here to fabricate it. Hold on. Ну, мы его уже собрали. Сейчас давайте выйдем. Я хочу бота поставить туда. Пусть тут пособирает нам материальчик. Всякий разный. А мы пока пойдем возьмем наш зонт. Да, зонт. Именно так. Со станочка. Так, где у нас тут? На складе где-то был. Где-то лежал на складе. Вот он. Сейчас мы его возьмем. Ну, давайте вместо первого возьмем. Так. Второе будет у нас дробовичком. Стоп. Что я взял? Да, я как бы не то взял вообще-то. Я зонт хотел, а взял это оружие. Сейчас возьмем зонт. Вон он там лежит у нас. Давайте вместо дробовика возьмем. Wow, this looks pretty lethal for science equipment. So what do I do with it? The research says the scientists took their readings internally. So, I guess we have to pry open the specimen's belly? Well, that would explain the harpoon guns. Oh, good. Угу. Вот зачем тут гарпунные пушки? Ну да. Конечно, они именно для этого. Они не потому, что он сейчас оживет и начнет нас жрать. Конечно, нет, зачем? Зачем ему нас есть, правда? Не-не-не, совсем. Зачем таракашки нас кушать? Глава 12. Вскрытие. Сейчас мы его повскрываем. Вот урод, а, урожа, смотрит на меня, не любит меня. Ну, ладно. И что мы будем делать? Что мы будем? Ага. Включили. Ух ты. Так. Удерживать. Да. Вот это, блин, экземплярчик, я вам скажу. Здоровущий экземплярчик. Давайте к следующему бежать. Вторую половинку раздвигать. Да явно что-нибудь сейчас случится. Точно. Если уж не оживет, то как минимум... Как минимум. Из него полезет какая-нибудь дрянь. Мы-то его разморозили. Он теперь в тепле. Слушайте, у него там... Isaac, you need to ride the cage out to the opening. Norton, can you help us? Wow, you gotta be kidding me. I'll save it. I'll go inside. I just need you to lower me down. Yeah, whatever. Get in the cage. Да, тебе явно можно доверять, Нортон. Сам полезай в клетку, а мы тут постоим за пультом. Интересно, этот резак сильно мочит? Мочит ли он вообще? Ха. Вот в чем вопрос. Ну, сейчас что-нибудь будет. Куда Нортон исчез? Он же тут стоял. Смотрите, он исчез, а там рычаги двигаются. Да, небольшой баг. So Santos, how will this work exactly? Use the gun sensor attachment to locate a nerve cluster. It should ping when you're close. And then what? Shoot a probe into it, I suppose. My telemetry should light up and we'll have the location of the machine. Finally, something simple, right? Right. Конечно. Сейчас мы будем таскаться в брюхе.
не знаю, миллиардлетний мертвого животного, в котором явно водятся жуки. Ага. Ходить тут искать. Все воняет, наверное. Слушайте, мы же его разогрели. Как в духовочке, блин. Кошмар. Жучара. Воу! Это что такое? Я чувствую, сейчас мы такой излучатель найдем, что мало нам не покажется. Так будет излучать у нас энергию смерти, что Азик закачается. Это что, тупик? Так, похоже, это правда тупик. Ох. А задание у нас непонятно куда? Конечно, непонятно. Ладно. Еще одна какая-то хрень. Так. Ой-ой-ой. Ага. Конечно, она мертва. О-о. Так, скорее взять что-нибудь помощнее. Блин, я так и знал, что какая-нибудь дрянь из него полезет. Так и знал. Еще глаза у них светятся, глядите-ка. Ой-ой-ой-ой-ой, перезаряжаемся скорее. Скорее. Ну что такое? Эта штука мертва. Может, она не очень мертва. Может, ты, как всегда, чего-то не досмотрела, не доглядела. А теперь она нас атакует и хочет нам башку оторвать. Сдохни! Вот так тебе. Прям в твою репу тупую. Мертвую. Да что такое? Ноги не отрываются у них вообще. This thing's got one hell of a defense mechanism. Well, did it work? No. The signal is just a trickle. I can't get a fix on any specific location. All right. I'm gonna find another nerve cluster. Yes, good idea. That should boost the signal. Это точно увеличит сигнал. Ладно, попробуем идти дальше. То есть я, конечно, сейчас немножко назад возвращаюсь, но я, по-моему, с самого начала должен был идти в этом как-то направлении. А может и нет, не знаю я. Так, здесь вглубь не пройти. Куда идти вообще? Ё-моё. Тупики какие-то сплошные. Тут не пролезть. В какую сторону-то двигаться? Непонятно. Туда нельзя, туда нельзя. Ага, сюда куда-то. Ну, я не могу пролезть здесь. А, вот это может быть. Ага, все в порядке. Yeah. Look, I want to get out of here. How's the signal? Definitely stronger, but... One more? One more. Ой, да. Ну, где эти уроды? Где эти уроды? Я знаю, оно сейчас... Слушайте, мы его точно сейчас разбудим. Ну, вот как пить дать. Да, не сейчас. Я хочу уйти отсюда, помогите мне. Я просто хочу уйти, вытаскивайте меня. Вытаскивайте меня. Вытаскивайте, мать вашу. Где этот Нортон? Вытаскивайте меня. Какой ужас, а. Ну почему нельзя включить лифт прямо сейчас?
Включайте долбанный лифт. Включайте долбанный лифт. Нет, они не включат долбанный лифт. Они подождут, пока я сдохну. У меня даже гранат с собой нету. Для гранатомета. И гранатомета нет. Я его выложил, поменял на этот дурацкий зонт. Дурацкий долбанный зонт. Теперь у меня одно оружие. И то не очень хорошее. Сдохните, давайте. Ох, какой кошмар, а. Перезаряжай резче. Есть, еще. Хилимся. Тяжело, конечно, с таким оружием-то. Когда они... Слушайте, они продолжают бежать. На тебе, мразь. Он живой еще вдобавок. Опять он же... Уклонился еще ведь. Уклонился ведь еще. Уклонился. Да стреляй же ты, Айзек. Ну, я нажимаю стрелять, он что-то дергает пушку. Сдохни. Все. Окей. Это должен быть последний. Сантос, пожалуйста, скажи мне, что ты нужен. Да, спасибо. It will take me a moment to sift through the data. Fine. I'm gonna head back to the cage. Ху. Вытаскивайте меня. Ready when you are, Norton. Norton! Santos, we have a fix on the machine? Yes. There are thousands of signals, all concentrated far below the planet's surface. That has to be it. There's an entrance further up the mountain beneath a second dig site. Further up the mountain? They're sheer cliffs. Well, I saw some climbing gear stored below. Santos and I will start setting up at the base of the cliff. Norton, can you make sure Isaac gets out safely? Sure. Sure, I'll take care of him. And Ellie. Yeah. Hello. Uh-huh. You know that, right? What? Yeah. Yeah, of course. Isaac, meet at the cliff. Got it. Ну, давай назад нас двигай. Его опять здесь нет, но рычажки двигаются. Дурацкий Нортон даже не хочет рядом с нами находиться. Пользуется своим телекинезом. Нортон, open the cage. No. What? If you wanna die here, now's your chance. I'm taking control of this mission again. Hey! Where you going? Saving Ellie. Norton! 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 Да, давно я не видел тупее поступка. Отлично. Теперь он еще и убежал куда-то. Я иду спасать Элли. Кого ты ее будешь спасать? Идиот, спаси ее от себя. Теперь нам за ними надо гнаться, что ли? Ну, видимо, так. Да, именно так. Именно за ними нужно гнаться. Дурак, а? Я не выпущу тебя из клетки. Че, у Азика есть кинезис. Так, у нас тут боты на станочке. Нас ждут. Целых два. Сколько нам пришло. Да, чуть-чуть, конечно. Маловато они принесли. Надо их в новых локациях отпускать. Так, ну давайте заменим наше оружие на что-то более привлекательное. Так, это не то все. Это наше предыдущее. Да, давайте дробовик, конечно. Заменим этот зонт. Нафиг он нам не нужен. Силовой резак. Да, силовой резак, конечно, хорош. Но я вам скажу, не слишком хорош. Хотя... Ну, медленная у него перезарядка, конечно. Очень медленная перезарядка. Просто... Просто медлейшая. Давайте, может, мы попробуем что-нибудь скрафтить, если у нас хватит. Конечно. Так, силовой резак. Не, хватит, хватит. Хватит с меня силовых резаков. Так, пистолет стандартный, причиняющий кинетический ущерб на ближних и дальних дистанциях. Ха, ну, нет, что-то я ему не доверяю на самом деле. Миленир, оружие, которое родилось в самой Волгале. Улучшенный цепной электромет и гидравлический молот. Ха, гидравлический молот? Как же это он бьет-то, интересно.
Импульсная винтовка, классика, скорострельная штурмовая винтовка с гранатометом. Да, может быть, стоит мне взять импульсную винтовку скрафтить. Да, давайте ее сделаем, наверное. Стандартная импульсная винтовочка. Собрать это оружие? Да, давайте соберем оружие. Подствольный гранатомет. Куда мы ее поместим-то? Давайте ее поместим вместо дробовика, наверное, нашего, что ли. Вот так вот. Вот как-то такое вот у нас. Такая вот комбинация у нас будет. Ну что ж, дорогие друзья, на этом, я думаю, я закончу прохождение этой части Dead Space. В следующей части будем спасать Элли от ее нового ухажера, который просто псих ненормальный. Нортон этот. Ну что же, на этом у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте и советуйте друзьям. Всем спасибо. С вами был Гидеон. И до следующей миссии.